С этого момента мы друг другу чужие. Я уничтожу любого, кто обидит Нан Цяо. Я была частью этого плана? Сейчас я не могу ничего сказать. А как же мы? По поводу нас тебе тоже нечего сказать? Только одно могу сказать. Этот поцелуй настоящий. Он искренний. Подготовься удалить все из базы данных. Инициализация программы. Все данные будут удалены. Прошу подтвердить. Кому не попадались плохие мужики? Твоя жизнь станет лучше без них. Цяо, ты всегда была главой Future Up. Ты же знаешь, что так сильно нравишься мне. Потому что мы похожи. Один сорт людей. А еще ты говорила, что никогда не нужно быть искренним, никому не показывать себя настоящего. Месть не решает всех проблем. А что насчет людей? Не всех можно забыть. Даже когда тебя бросили. Я использовал его записи и идеи, чтобы показать тебе. Я просто лжец. Но зачем? Пытался привлечь твое внимание. Они просто решили, что он продал документы, чтобы выплатить долги отца. Даже я думал, что ему нужны были только деньги. Когда его допрашивали, он не сказал, что я знаю об этих документах. Ши Юэ не выдал меня, даже когда ему стали грозить исключением. Тебе пора спать. Я посижу немного и уеду. В смысле? Я встал посреди ночи, чтобы открыть тебе, а теперь мне ждать, чтобы закрыть за тобой? Ладно, лягу спать здесь. Дрона, которого ты принесла в прошлый раз, я оставил в комнате твоего брата. Я дам тебе все, что захочешь. Ты забудешь о Нан Цяо. Много времени я тебе не дам. Если так подумать, ему есть за что мстить. Ты сказал, что все, что произошло между нами, было лишь планом. Но ведь ты поддерживал меня все это время. Неужели та мечта, что однажды была нашей, тоже ложь? Ши Юэ, ты хорошо притворялся, но я все еще верю тебе. Верю, что ты это сказал с целью защитить Нан Цяо. Лучше присесть в корне, а не продлевать муки. Это ведь твои слова.
Между чаем и кофе я предпочту кофе. Конечно, я тоже больше люблю кофе. Директор Ши, мне и чай нравится. Ши Юэ, подойди сюда. Мы с Хао Цзэ кое-что обсуждаем. Давай поговорим потом. Тем лучше, что Хао Цзэ здесь. Приехал президент Вяй Ви Цю. Уверена, вы хотите обсудить с ним технологию. Да, конечно. Идемте. Президент Цю, я слышал вашу речь на конференции TED. Ваша речь была впечатляющей. Президент Ань, это... Я ваш большой фанат. Вот моя визитка. Винкс пока новичок. Нам очень нужна ваша помощь. Такой молодой, я уже директор. У вас многообещающее будущее. Президент Ань, вам повезло. Спасибо. Президент Ань была настроена, чтобы Винкс стала партнером VIV. У нас есть средства и технологии. Мы легко займем китайский рынок. Это, безусловно, результат удачи каждого из нас. Откуда этот человек так много знает об этом проекте? Он наш новый техдиректор, Хао Цзэ. Здравствуйте. Здравствуйте. Президент Цю, Ши Юэ еще молод, но смог заслужить восхищение гений технологий Хао Цзэ, который работал в Силиконовой долине. В конце концов, в подобных делах необходимы реальные навыки. Будет человек подчиняться вам или нет, зависит от ваших навыков. Конечно. В таком случае я поручаю вам своих людей и их технологии. Хорошего общения. Президент Цю. Что сперва будем крушить, когда доберемся до Винкса? Учись сохранять спокойствие, чтобы творить великие дела. Ты же не собираешься с ними разговаривать? Почему нет? Намеревалась тут все разнести? Тогда ищи более подходящих партнеров. И на что ты сгодишься? Холодная война. Могу использовать телефон, чтобы войти в их сеть и закрыть их сайты, и уничтожить все их разработки. Слабак. Думаю, Куй прав. Они запутали нас. Поэтому мы заставим их заплатить, используя джентльменские методы. Джентльменские? Я просила тебя быть со мной джентльменом, ты назвал это смазливостью. Теперь ты вдруг захотел вести себя по-джентльменски? Нет, по-джентльменски значит вести себя интеллигентно. Ши Юэ! Ши Юэ, выходите! Госпожа, прошу прощения. Ши Юэ, выходите! Вам туда нельзя, стойте! Ши Юэ! Извините, вам туда нельзя! Пошел ты! Они все здесь. Посмотрите-ка. Вся шайка-лейка в сборе. Что это такое? Как низко Винкс опускали головы, чтобы работать с вами, президент Цю. Не смотрите на меня. Вас полно дерьма. Я хочу, чтобы вы объяснились перед всеми. Ши Юэ, ты все начал. У нас не так подвешен язык, и мы не так умны. Своими сладкими речами ты соблазнил нашего босса, забрал деньги компании и уничтожил наши данные. Я просто хочу спросить, что это за поведение? Вор! Мерзавец! Наглец! Босс, у нас проблемы. Куй Цинь и Сяоань направились в Винкс. Сказали, что намерены отомстить. Позвоните и скажите, чтобы возвращались. Да, ладно. Хорошо. Босс! 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 Вы в порядке? Простите.
Ты! Вы же старые друзья. Следует поговорить спокойно. Не злитесь. Президент Цю, пройдемте в соседний кабинет. Президент Цю, пройдемте. Прошу сюда. Закончили? Закончили? А? Все трое выйдите отсюда. Это между ним и мной. Как это между вами и ним? Да, это между нашими компаниями. Мы не уйдем, пока не разрешим это. Шиюэ. Чан Цзянсюн все мне рассказал. Мы в долгу перед тобой. Что бы ты ни сделал, я понимаю твои чувства. Понимаешь? А они? Вы разве не знаете? Чан Цзянцюнь выкрыл мои документы. Именно поэтому с вашей компанией так случилось. Вы все наступили на мои плечи, чтобы добраться туда, где вы сейчас находитесь. Босс. Это правда. Правда? Тогда зачем ты их сюда прислала? Показалось, что моей мести мало? Это ты, поэтому я не верю в эти слова. Не говори, что влюбилась в меня. Прими правду. Это все был продуманный план. Поездка к морю, инвестирование во фьючерап и та ночь. Все это трофеи моей войны с Чан Цзянцюнем. Поняла? Кроме того, знай, каждый текущий продукт и все, что планируешь производить, уничтожит Винкс. Удачи! Это ты, поэтому я не верю в эти слова.
Жаль, что ты не актер. Передо мной ты воплощение успешного бизнесмена. Пришла Наньсяо, и ты тут же превратился в мстительного мужчину. Еще и вел себя как человек, играющий чувствами других. Я всегда был таким. Испугалась? Я бы не пошел в Винкс, если бы знал. Как неловко. Интересно, чья это была дурацкая идея? Я это сделал ради босса. Кто знал, что все так обернется? Лицо ангела, сердце зверя. Какой мстительный. Понятно ведь, что Чан Дзян Сюн первый совершил ошибку. У тебя совсем нет моральных принципов? Даже если он был неправ, Ши Юэ не должен был соблазнять нашего босса ради мести. Кажется, все его чувства к ней были ненастоящими. Это сильный удар. Я бы на ее месте больше никогда в жизни не смогла влюбиться. Сяоа, не переживай. С тобой такого не случится. Знаешь почему? Очень трудно найти предлог, чтобы тебя соблазнить. Этот шлем виртуальной реальности действительно хорошего качества. Этого и следовало ожидать от козырной карты VIV. Если Винкс смогут внедрить эту технологию... Босс, мы собираемся позволить Винкс сделать все, что они хотят? Другой конкурент, другой продукт, другой человек, который разбирается в дронах. Это хорошо. Хорошо? Винкс же уничтожит нас! Босс, вы не можете оставаться в стороне из-за какого-то мужчины! Хватит, прекратим этот спор. Мы не можем позволить им нарушить наш рабочий ритм. Мы вместе придумаем, как решить проблемы компании. Дайте Цяо немного времени решить ее проблемы с Ши Юэ. Я не хочу, чтобы мои личные проблемы превратились в проблемы компании. Разве нам всем не стоит сейчас сосредоточиться на работе? Вперед! Сегодня много людей. Следите за безопасностью. Иди. Анин, что хотите выпить, я вам налью. Ши Юэ, здесь? Да, конечно. Я приведу его. Здесь Анин. Тебе лучше вытащить его. Сестра Ань здесь. Хватит пить. Пришла сестра Ань. Давай, вставай. Вставай.
Почему не сказала, что придешь? Давай присядем. Я просто пришла выпить с кем-нибудь интересным. Предлагаю найти что-нибудь интересное. Смотри. Этот коктейль выглядит ярким и эффективным. Но в центр я кладу кусочек горькой полыни. Знаешь, как называют этот коктейль? Лицемер. Этот коктейль не для тебя. Он для меня. Только мне он подходит. Не переживай. У меня для тебя кое-что есть. Знаешь, как называется этот коктейль? Прах мечты. Он символизирует сгоревшую мечту. И поэтому он для тебя. Ты знаешь, я никогда не мечтаю. Я знаю, что если чего-то хочу, я должна бороться за это. Ты так торопился сегодня, что забыл свои вещи. Поскольку твои мечты уже превратились в пепел, я не против, если ты решишь вернуться. Сделай мне еще. Я собираюсь убить тебя за то, что предал нас. Умри, умри! Она пришла сюда, чтобы подбодрить тебя, но вместо этого сама залипла. Что с ней происходит? Цяо, насколько помню, ты всегда получала наивысший балл. Чан Дзян Сюн тайком называл тебя королевой сусликов. Теперь, смотря на Венди, думаю, твой титул под угрозой. Сразимся. Она бросила тебе вызов. Что ставим на карту? Выпивка. Будем пить, пока не свалимся. Не бойся продуть. Идет. Быстрее, здесь. Быстрее, ага. Живо, живо! Дай покажу.
Моя маленькая Ци, не уходи. Не лезь, свали. Ци, не бросай меня. Моя киса Ци, обними меня. Ты так много болтал ночью. У тебя рот не закрывался, наверное, снилось много всего. Тебе просто послышалось. Ты говорил: Нанцяо, не уходи! Нанцяо, не уходи! Я это записал. Я докажу. Ты заболеешь таким макаром. Больной здесь ты. Но твоя болезнь излечима. Знаешь почему? Почему? Все связывают меня с Винкс и Анин, и я ничего не могу с этим поделать. Но у тебя все по-другому. Если перестанешь со мной водиться, УНС посчитает, что ты связался не с той компанией. Так что все нормально. Тогда она подумает, что я не только бросаю друзей ради своей выгоды, но и с легкостью ищу место потеплее. Сейчас лучше просто на какое-то время залечь на дно. Пока я ничего плохого не делаю, надежда еще есть. Алло, здравствуйте. Это я. Хорошо, мы подумаем об этом. Да, спасибо. Нас приглашают на телешоу. Говорят, дроны сейчас популярны, и мы можем использовать это, чтобы заявить о себе. Ты пойдешь? Ты пойдешь или нет? Откажи им. Они говорят, что пригласили не только нас. Вместе с нами они позвали Future Up. Теперь пойдешь? Серьезно? Они просили передать тебе. Президент Найн сказала, что если директор Ши придет, она тоже будет. Ты действительно влюблен. Значит, войну мне объявляет. Босс, мы не можем пойти на это шоу. Это то же самое, что просить, чтобы нас уничтожили. Босс, мы понимаем ваши чувства к вашему бывшему. Но не стоит мучить себя только потому, что вы расстались. Венди, что ты думаешь? Разве не ты говорила, что нам нужно использовать медиа-возможности? У нас появилась такая возможность, но все боятся. Дело не в том, что мы боимся, просто это может быть ловушкой. Да, наша рыночная стоимость упала. Даже если мы пойдем, нам нечего продвигать. Они правы. Все слышали о том, что у нас конфликт с Винкс. Если мы появимся, в интернете нас просто разорвут. Вы так уверены, что я не смогу повернуть ситуацию в нашу сторону? Босс, начнем с того, что ты таким никогда не занималась. К тому же противник Ши Юэ. Получится ли у вас? И что, мне лучше остаться в стороне в такой критический момент? Хотите окончательно меня расстроить? Нет, босс. Мы просто... мы волнуемся за тебя. Иди. Если ты все обдумала, иди. Извините, Анин отдыхает. Ей лучше прервать свой отдых.
Подождите здесь. Я сообщу о вашем визите. Ши Юэй и Хао Цзи хотят с вами встретиться. Если Винкс в чем-то нуждается, то пока это соответствует нашим принципам, помогай им сам. Участвуй в принятии решений. Хорошо. Но если что-то будет связано лично с Ши Юэ, всегда сообщай мне. Я сама все улажу. Но вы избегаете его уже много дней. Да. Он пытается сказать мне, что я для него лишь начальник, а он мой подчиненный. Но я этого не хочу. Поэтому я больше не буду лезть в бизнес-дела компании. Я подожду, пока он придет ко мне как Ши Юэ. Вы знаете, чего он хочет. Тогда почему до сих пор... Балую его. Нет, я хотел спросить, почему вы до сих пор держитесь за него? Он был со мной дольше тебя. У моего Ши Юэ весьма острый ум. Тогда поставлю за ним следить. Не стоит. Отзови всех. Лучший способ справиться с непослушным ребенком – дать ему свободу. Ведь чем больше даешь свободы, тем сильнее его чувство вины. Извините. У госпожи Ань сегодня совсем нет времени. Позавчера у нее была встреча. Вчера мы пришли, когда она спала. Какая отговорка на сегодня? Кому как не господину Ши об этом знать. Тогда будь добр, передай ей эти документы. Конечно. Что если она не согласится? Согласится. Она не упустит возможности нанести вред Нанцяо. Запомнили все, о чем я сказала? А теперь идите и передайте все режиссеру. Быстрее обсудите все с ним. Понял, как расположить диваны и все детали интерьера на них. Быстрее делай, как было сказано. Мы получили ответ. И что они решили? Они согласились. Отлично! Хорошее начало! Я соберу краткую информацию о фьючерапе и Винкс. И подготовлю справку о дронах. Зачем? Мы что, урок физики аудитории расскажем? Разве мы не будем говорить о будущем дронов? Послушай, то, что ты действительно должен сейчас сделать, это нарыть побольше информации об отношениях директора Винкс Ши Юэ и президента фьючерап Нанцяо. Драма — единственный способ добиться нужного результата. Какого? Сделать развлекательно, совершенно не относящуюся к этому тему. Давай объясню простыми словами. Если нам нужны рейтинги, мы будем говорить о драматической истории, а не о дронах. А если они не захотят об этом говорить на шоу? Да что ты понимаешь, забудь, не могу тебе объяснить. Просто иди и делай, что велено, живо. Ты что, не слушал, когда просила передвинуть диван поближе? Это еще что? Совсем мозгов нет, что ли? Найду виновника и накажу его. Садись в машину. В смысле? Что ты задумал? Это что, был он?
Что за семейные разборки? Наверное, мстит за тетю. Этот парень. Боишься его наказать? Надеюсь, ему это Нансяо велело сделать. Ты раскрыл всем свое прошлое. Теперь тебя будут атаковать со всех сторон. Чего ты добиваешься? Хочу загнать Нансяо в угол. Она слишком много на себя взяла. На ней надежды стольких людей. Она должна ненавидеть меня. Должна хотеть отомстить. И все ей в этом помогают. Боишься, что Нансяо не поверит, что ты водил ее за нос? Все было слишком реальным. Я даже самого себя не могу убедить в том, что все это было лишь игрой. Уверен, что сможешь дать сестре Ань то, что она хочет? Ты о чем? Она избегает нас, не лезет в наши дела, не интересуется делами VIV. Только не говори, что не понимаешь, почему. Послушай. Она хочет, чтобы Ши Юэ отказался от гордости и развлекал ее. Не нужен ей никакой директор Винкс. Она просит слишком много. Я не в состоянии выполнить ее желание. Помогите, бьет! Я ничего не сделал! Сейчас же остановись! Только не бей! Я только отвлеклась, а ты уже наломал дров! Я ничего не делал! Ты вымазал чужую машину грязью, это называется ничего? Владелец машины написал жалобу в школу! Я вершил правосудие! Он заслужил это! Вершил правосудие? Я тебе покажу, что такое правосудие! Дедушка, спаси! Меня бьют! Будь мужчиной, отвечай за свои поступки. Пара синяков закалит характер. Я так твою тетю растил. Слышал? Ладно. Я мужчина. Бей, если надо. Все равно виновник уже наказан. Если хочешь кого-то наказать, делай это, глядя ему в глаза. Позорно действовать за спиной. Понял? Да. Бей. Больно! Цинь! Ребенка бьет! Хватит уже. Прошу прощения. Что-то я разнервничался. Спасибо. А с нашим боссом точно все будет в порядке? Почему ты вечно ослабляешь боевой дух команды? У нашей компании есть опыт, а у них что? А у них Ши Юэ. Меня беспокоит, что в таких шоу легко попасть в ловушку ведущих. Может, Цяо проявит свой скрытый талант? Спасибо. Что ты делаешь? Вы уже ранили Нансяо. Теперь перешли на Ауянцы? Заруби себе на носу, наша Ци не поведется на твои уловки. Успокойся, Венди, все уже в прошлом.